В Петропавловске выявили партию опасного куриного фарша. Продукт в ходе контрольной закупки оказался в корзине сотрудников Департамента по защите прав потребителей. Специалисты провели экспертизу, обнаружили в мясе сальмонеллу. Это бактерии, способные вызвать пищевое отравление. Товар завезли из России и продавали в супермаркетах. Заболевание сальмонеллезом возникает при нарушении технологии температурного режима производства пищевых продуктов. Направлены письма всем оптовикам, торговым центрам, рынкам о запрещении, о приостановлении реализации данной партии продукции в торговой сети города Петропавловска.